Да, там была такая же Белоснежка, но не было чего-то, да, не хватало. Да, большой. Вот это, да? Съедобно или несъедобно? Опять! Если ты хочешь, чтобы она сильно покрасилась, то нужно 40. Тебе идут, кстати, желтые волосы. У меня синяки огромные были под глазами. Мало спишь, поэтому. Всем доброе утро! Я все еще лежу в кровати. Я не знаю, куда Бонни делась. Она же лежала здесь возле меня. Сегодня у нас 22-е. Всем привет! Доброе утро! Папа нам тут принес кое-что на завтрак. Мини-бананы, которые размером с палец. Смотрите. Ребята, видео вышло у Маргариты. И розовый. С маникюром. Ну почему? Вот. Давай показывай. В общем, вот Маргарите попалась палетка. Это у меня. Вот. Угу. Такая вот. Смотрите, тут даже ракушки видела, заметила? Да. Копилочка попалась вот такая вот. Представьте себе. Такая аппетитная. Вот у нее хайлайтер. Такой же. И такие же. Тени. Да, там была такая же Белоснежка, но не было чего-то, да, не хватало. Там, по-моему, были только тени. Нет, там было все. Там было все. А значит, нам тени не понравились, да? Да, тени были розовые. А, да. И там были тени очень коричневые. Коричневые, да. Нам не понравились тени. Коричневые, а здесь фиолетовые, розовые. И нам больше понравилась эта серия, поэтому мы взяли такой вот хайлайтер. И... Знаешь, почему я... Поняла. Поняла? Да. Нет, не поняла. Может, просто ее отковыривать надо? Вот, поняла. Надо вот так. И это должно вот так крутиться, вот эта штука. И потом вытаскивать. Бум. Так. Значит, все-таки без тебя она не откроется. Без ключика. Да. Только ключик не потеряй. Копылка. Копылка. Гамбургер, копылка. Ребят, мы сейчас пойдем с Ксюшей в магазин за рисом, потому что маме нужен рис, она сегодня будет делать плов. Поэтому идите за рисом. Я тебя попросила, чтобы ты сделал плов. Ну, поэтому... Это не киса. Все колбасы перепутала. О, водичку сейчас нужно дать. Я упаковывала подарочки для моих друзей, которые я... Например, один. Я упаковала, которые я вчера рисовала. Тогда я еще немножечко конфеток положила. А что Бонни там делает? Она наказана. Бонни, ты наказана? Угу. А почему ты наказана? Она все что время ты сделала? Гавкает. Она все гавкает. Почему тебя наказали? Ты провинилась? Ты что-то сделала? Желтый свет такой. Бонечка, ты что сделала? Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with the smile. Ну иди неси коробку. Девчонки сходили, купили рис вот такой вот. Так, у меня здесь мясо. Говядина. Приготовим плов. Вот ты вчера уже выбрала номер? Да, большой. Вот это, да? Я уже знаю, что там. И Ксюша вчера до Ритас попали. Ну, смотри, ей попали зеленые. О, ей попали зеленые, а у меня оранжевые. Да. Это с сыром. Мои любимые. С сыром. Я вот это выбрала, да? Да. Съедобно или несъедобно? Ой, это только тут другое. Да. Набылись, это с чем? Не знаю. Это сыр такой? Ну-ка, давай, опять? Попробовать. Мне больше нравится. Да, другие мне тоже. Все, мамочка. Все, почистила. А это, как это? А ешь, это должно вот так резать? Как? Она должна белая быть, вот это тоже надо снять. Отрежь жопку. Да. Вот это нужно отрезать. И потом чистить дальше. Ты что, Маргарита, не умеешь чистить? Мяско пожарилось, теперь морковка, лучок, и буду рис потом закидывать. Они построили домик. Можно к вам в гости? Да. Посмотреть, что там у вас
Тук-тук. Что там? Ух ты, ничего не видно. В общем, там куча игрушек, там одеяло, подушки. И, короче, это... Сколько у тебя еще много краски осталось? Там на вот один... такая вот. Кто спрашивал про краску, вот такая краска. Life. Шварцкопф. Life. Шварцкопф. Да. Шварцкопф. Такая красочка. Немецкая марка. Немецкая? Да. Шварцкопф. Черная голова. Шварц, черная голова. Иди впереди. Угу. На Рождество и на Новый год. Так она у тебя смоется, наверное? Нет, хотя на следующий год уже. Ой, на следующей неделе уже Новый год. Мои бу. Если ты хочешь, чтобы она сильно покрасилась, то нужно 40, не меньше 40 минут. Телефон, я не знаю, где мой телефон. Как ты можешь? Не знаю, где ты где твой телефон. Ты можешь тоже в розовый покрасить? Так, вот это у тебя были прятки. Ну, мне посмотри. Так, посмотрим, что у нас тут. Смотрите, достаточно еще, мне кажется. Нет, хотя... Может быть, на прятки еще раз хватит. Потому что они всегда очень быстро смываются. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quién. Перчатки еще целые. Представляете, что? Пока я Маргарите красила волосы, у меня лоб сгорел. Ну вот только зажарка получается. Здесь вот в казане. Ну, в общем, я верхушку только сняла. То, что там пригорело, я оставила. Вот, сейчас я уже буду что-то в кастрюльке делать. Так, все, мы будем смывать краску. Нужно шампунь, а? Только не сильно горячей водой, не лучше без шампуня. Подожди, не возлагай меня. Смотрите, они реально похожи, как будто бы она в сланцах. Но! Я первый раз такие носки вижу. Плов готов? Давайте. Ксению забите. Ксюша. Такой вот рассыпчатый получился. Мяско вкусное. И знаете, я мясо вообще пересолила немножко. Но вот оно сейчас потушилось вместе с рисом. И оно нормальное, не пересоленное. Видимо, рис всю соль забрал. Я потом почищу зубки, мясо вытащим из зубиков. Ничего страшного. Покажи носки. Носки? Она уже показывала. Thank you.
еще футбольная игрушка. Она бедная валялась там в огороде. Я постирала и высушила. Она все мокрая. Вон туда, я сейчас сушу белье, закинь ее. Бонни, подожди чуть-чуть, надо высушить твоего друга. Надо твоего друга высушить, Бонни. Смотри, там зубочку. Угу. Скажет, она не понимает, почему собаку туда засунули, да, Бонни? Где собака? Зачем засунули туда мою собаку? Зубочка там. Ксюша разложила свою коллекцию бумажечек, упаковочек. Ай. Кто это тоже так вот делает, а? Интересно, кто-нибудь собирает упаковки от каких-то вот вкусняшек, это вкусно, это вкусно, которые это вам вкусно, вот нравятся, это ваши вкусно, любимые это там, я не знаю, но это конфетки. Тут кокос. Это говорит, я не знаю, но вкусно выглядит. Ну. Ты не помнишь уже, вкусно или невкусно? Нет, ну это Макс сказал, кушай. Бонь, что ты пришла? Ты по запаху пришла? Они же пахнут, да? Упаковки пахнут вкусно, Бонь? Бонь? Чего ты хочешь? Играть хочешь? Бонни. Кто там? Бонни, кто там? Кто там? Бонни, киса. Бонни, киса. Кто там? Кто там? Я патин сделала. У меня синяки огромные были под глазами. Мало спишь поэтому. Из-за этого? Ну, поздно ложишься. Мало спишь, не высыпаешься. В глаз-то ты их не суй, что ты прям Бонни! Поэтому синяки под глазами, мишки под глазами, синяки. Они такие прикольные. А я где-то видела, что их обратно растапливают в кипятке. Да, и потом формочки там да, же потом... остались. Или ты сама можешь их сделать. У тебя же формочка осталась? Да. Вот, нужно купить желатин. И там, допустим, заварить чай ромашки или еще что-то. Нет, ну можно вот эти вот растопить. Да, и съесть. Я видела, даже их кушают, ну смотря с чего делаешь. И сколько их нужно держать, пока они не высохнут? Угу. Они вкусно пахнут. Угу. У меня теперь это, у меня, то есть они капали, они приклеились к упаковке. Угу. Они не были в пластике внутри, они к упаковке приклеились. Пойдем. Пойдем в кроватку. Все, ребят, мы уже ложимся спать. Уже Ксюня спит. Хотите посмотреть? Вон, видите? Видишь, какая послушная девочка. Вы не спите еще. Ксюша, с Ксюшей нет проблем. Она легла и все, и уснула, и ее уговаривать не надо. Давайте. Все? Спокойной ночи? Спокойной ночи. Давайте. Пока. Спокойной ночи. Почему не спите еще? А? Маргарита. Спать. 12 часов ночи уже. Она там с друзьями общается, поэтому по WhatsApp. Все еще не спят. Все еще не спят. Да, ты что? Значит, ты не можешь спать, что ли? Все, спокойной ночи. До завтра. До завтра.